Ты мне предоставил свободу, но спасибо достаточно. Ты сам говорил, что если захочешь, за неделю из меня сделаешь самого видного мужика. Говорил, говорил, я слышал. Весь клуб слышал. Так что давай, я готов. Так, что это у нас тут? Так, это мужики для Комаровой. Так, а это кто? Нина. А это кто? Колян, ее мужик. Плохо дело. Ну, пап. Мы найдем тебе лучшую девушку, Андрей. Ну, смотри. Вот, например. Она старше меня на 5 лет, да и вообще. Возраст не помеха. А муж ее не помеха? Давай-ка посерьезнее. Найди мне самую лучшую женщину. Ну вот, неплохой вариант. Юленька зовут. Супер. Красивая, умная, знает латынь, древнегреческий. В детстве стельги ортопедические носила. Размер ноги 35-й, дворянский. И вообще на меня похоже. А это точно плюс? Не сомневайся. Наташечка! Так, переходим к практике. В молодости я был популярнее Гагарина. Знаешь, как ужинал? Захожу в трамвай, смотрю, девушка красивая. Встану перед ней, она мне: «Вы на следующий выходите?» Ну, раз спрашивать, значит, выхожу. Это ты ловко придумал. Идем мы к ней, с будущей тещей знакомиться. А у тещи пироги, блины. Блины. Я тещ менял каждую неделю. Вот время-то было. Бать, что ты все о себе да о себе? Дай ты мне уже дельный совет. Как мне подцепить девчонку? Ты меня слушаешь вообще? Путь к сердцу женщины лежит через что? Через пирженники. О-о-о! Тут главная правильная концентрация. Тесто. Водки. Еще пирженничек. Ты все понял, сынок? Вунко! Там, Юля! Там. Ну вот и все, идем учиться на практике. Ты все запомнил? Берешь и делаешь. Вон и трамвай идет.